Друзья, привет! Меня зовут Лена Лебедева, актриса, актриса кино, актриса дубляжа, актриса театра тоже, но до 20-го года. А с 20-го года я целиком и полностью погрузилась в съемочный процесс. Вообще, я на съемках с 2003 года, а на сцене с 5 лет. Так получилось, да, много у меня было главных ролей в русской классике, в зарубежной пьесе. На съемках тоже у меня главные роли в сериях, роли второго плана. Закончила театральный институт Щукина. Руководителем курса был Терещенко Вячеслав Владленович, педагог по актерскому мастерству Борисов Михаил Борисович. Еще училась в университете культуры и искусств, тоже закончила. Руководитель курса Абисадзе Гурам Саныч, а педагог по актерскому мастерству Розов Сергей Викторович. Очень мне все это интересно. На съемках я вообще просто съемки обожаю. И озвучивать тоже люблю. И свои роли, и чужие роли. И дублировать зарубежные фильмы, и мультфильмы. В общем, скоро мы с вами увидимся. Пишите, звоните. Я вас всех целую. Пока.